Добрый вечер, мои любимые. 7:00, а еще такое пекло вообще. Фу. Я только что открыла тут окно, тут все снова позаливала водой, чтобы было чистенько. Фу. Как там мои малявки, не знаю. Вот так все тут пекло. Сколько хоть градусов? Давайте глянем. 34. 34. И это время уже 7:00. 34 это в тени, естественно, солнце не попадает. Привет, привет. Не знаю, как там я выгляжу. Я сейчас там полы мыла, тут суп варила. Вся вообще насквозь, как говорится. Еще новый кизильчик добавился. Ромашечку так и не убрала. Грядку тоже полила. Все мокренькое. Красота. И солнышко заходит. Давайте попрощаемся с южным солнцем. Пока, солнышко. Пока. Такая красотища. А я, как всегда, написала стих, хочу с вами поделиться. Сейчас найду. Итак, стих. Снимай, Люся. Мы все одно, мы Бога свет. В листочке каждом наше и его начало. Мы все любовь, иного просто нет. У нас все есть, чтоб быть. Уму лишь мало. Мы свет его, прозрачность утренней росы. Мы ветер, свежесть снегопада. Он в наших взглядах и его усы. Нам ничего, чтобы любить, не надо. Мы новый день, рожденный карапуз. Мы колосок, качающийся ветром. Не пешки мы, а самый сильный туз. Лишь ум на все вопросы ждет ответов. Вопросов нет, все совершенно гармонично. Нет страха, боли и обид. В открытом сердце все отлично. А спрашивает тот, кто не проснулся, спит. И поставила такую картиночку. Прекрасную. И поставила прекрасного Тото Кутуньо. Не знаю, кто его любит. Не знаю, можно ли его послушать. Походу нет. Значит, не судьба. 18 моим друзьям нравится. О, можно. И Светлане Аладдиной нравится. 100%. И Эльдару Хайрулину написал сильно. И Ирине Стрелец. И Ильич Азманян, и Ирина Столбовская. Спасибо, мои любимые. Спасибо за то, что вы есть. Юльке полегче немножко. Вы все спрашиваете, как Юлечка. Капельку полегче. Уже ее не рвет, но еще так слабость. Не может до туалета дойти. Очень так. Ну еще и жара. Все на кучу.
Всем волшебного вечера, мои любимые. Люблю вас.